Світлана Лобода пообіцяла бути в нашій гостьовій студії виключно україномовною. Ми не можемо не тішитися. Ти не говорити про перегар, я побіжу. І не говорити про перегар. Ти що, гуляла вчора, мама? Ні, ну у нас є просто друзі рядышком. Ні, ну про мене я це тільки п'ю. Ось такий початок цікавого інтерв'ю Світлани Лободи. Ні, ти правильний маєш сьогодні. Настрій ведучих піднявся одразу, не тільки настрій, ще й тонус. Якщо зможете, шановні глядачі чоловічої статі, дивіться її в очі. Мужики, і що? Ну що? Ну і все, в принципі, поговорили. Чиє це? Чиє це? Нічого, товариш генерал. Ну, відставлю я в сторонку. Отже, новий кліп «Революція». Вже трейлер ми бачили, а коли буде? Ну, ми чекаємо. Готувалися тільки фрейми, так? До приходу. Ми морально готувалися. Ну, со вчерашнего дня, он уже ротируется на М1. Сегодня мы покажем частично куски у вас в программе, потому что имеем право только куски показывать. Угу. Вот, смонтировали его позавчера ночью. Саша, покажи кусочек. Давайте сначала о нем поговорим, а потом расскажем. На самом деле это сложная работа. Так что вот сейчас слушайте себя точно внимательно. Это искусство? Это искусство, которое сделал Алан Бадоев. Да, бесшумно. Нет, на сей раз недорого. На сей раз дешевле. Алан Бадоев и недорого. Но Алан Бадоев же друг, иногда делает исключение. Правильно? То есть это возможно. Знишки? Бесплатная работа. Как тебе бесплатная работа? Света у него как daily customer, для нее дискаунт. А вы готовы работать на новом канале бесплатно? Да. А мы так и просуем. Хорошие ребята. Ты что, за тебе зарплату платят? Нет. Ненавижу тебя. И тебя ненавижу. Свет, ну уже, это мистецтво, это складная работа. Чему она складна? Потому что на сей раз мы решили сделать режиссерский ход и взяли актера, с помощью которого сделали целое кино, я бы сказала. В конце клипа мы сможем это увидеть, может быть, мы даже это покажем. Мы озвучивали наши синхроны, мы озвучивали наши разговоры. У нас была сумасшедшая сцена, да, сцена драматизма. Это будет частично, ну, в конце клипа. Было сложно, потому что это делалось для меня впервые, и потому что такая работа, как не просто клип, а режиссерская работа, навсегда сложна для людей, которые этим занимаются. Стоп, ты была спив-режиссером? Нет, я была актрисой, которая исполняла роль героини, которая сбежала со свадьбы и которая отказывается жениться или выходить замуж за своего возлюбленного, потому что понимает, точно понимает, что если она выйдет за него замуж, то все в ее жизни моментально разрушится. Здесь я в кино таки бачу. И тому кидается под поезд. Она не бросается под поезд, она сходит с ума возле поезда. Круто. Она залазит на него сверху, класс. Он мчится, она кричит, она плачет, она срывает себе платье. Автобиографичный клип, чи не? Это клип «История». История. Світланко, маленьке прохання. О, це вже в газетах напечатали. У тебе по-любому є піарщик чи піарщиця. Можна поспілкуватися зі своєю піарщицею на тему твого пром, ну, твого піару? Лобода отримала удовольствие від дельфіна. Ну, при всій повазі. Якщо що, якісь ти телефонуй. Це правда. Хочеш прокоментувати? Мільярдні тиражі Лобода отримала удовольствие від дельфіна. Касатки в шоці. Готові мене вислухати? Так. Если вы знаете, в нашей Украине очень много таких изданий, как «Комсомольская правда», газета «Блик», газета «Жизнь». Эти газеты берут наши новости и интерпретируют, как им хочется. Вот буквально недавно, на днях, в «Экспресс-газете в России» вышел огромный материал о Максе Барских, где он рассказывает о том, что он дает фотографии свои обнаженные, и Светлана Лобода их фотографирует, и Светлана Лобода передает привет от... Ну, в общем, там такая пошлость. Короче, там Макс такого не давал, насколько я знаю. Его Чучурик был в кадре. Что? Чучурик был в кадре. Перестаньте, чекайте. А вот недавно была фотография, мне кажется, в газете «Блик», где кажут, что ты вылила голову в ведро воды, пану посыпает. А вы это правда? А це правда. А ось тут не збрехали. Ні, ну, так сказати, посипайка, не шкода, ми хочемо деталі. Кажи, кажи, за що? Три дня фестиваля под названием «Авторалли», где огромное количество приглашенных. «Авторалли», ну, «Авторалли», да. Огромное количество приглашенных, где на третий день мы даем сольный концерт. Всего этого ведущие Игорь, кажется, Игорь Посыпайко. Игорь Посыпайко. А на второй день Игорь решил не объявить. И он сказал, что у нас самое большое действие впереди, завтра сольный концерт Светланы Лободы. Итак, посмотрим, как Светлана Лобода трясет своими титьками. На этом фестивале находилась моя мама.
мои друзья, мои близкие родственники, которые моментально же, мне перезвонили и вот рассказали мне эту информацию. Я возмущенная. И ты его нашла. Я возмущенная, говорю, так срочно телефон мне посыпай-ка. Беру телефон, на что мои друзья, которые сидят рядом, мои коллеги по цеху, говорят мне, спокойно, не суетись, завтра мы ему устроим. Скажи телефон на 2 ведра воды. Мы берем 2 ведра воды, ледяной воды, ставим их в гримерке, ждем своего времени. Когда заканчивается сольный концерт, мы уже попели с публикой, все хорошо заканчивается. Я прошу на сцену, значит, Игоря посыпай-ка для того, чтобы провести минимальный конкурс. А меня предупредили, аккуратно с микрофоном, потому что до этого... Он заливается, да, то безусловно, ты за него платишь. Я говорю, так, Игорек, мне нужно 2 микрофона. Я говорю, иди помоги нам, иди. Он забегает, такой, такой довольный, счастливый. Я беру у него микрофон, говорю, итак, маленький сюрприз, Светлана Лободы, Игорю, посыпай-ка. И в этот момент двое моих ребят с ледяной водой обливают его с ног до головы водой. Качки. И он, а что сделаешь, да, качки? Такие здоровья. И тут уже с ними не поспоришь. И посыпай-ка. И так невеликого роста был. Яка красива, молодец. А что делаешь? Красиво. И тобі ображатися грехом, сам винуватий. Зато красота какая. Ти розкішна. Молодець. Давайте кліп. Давайте краще подивимося кліп, тому що Притул вирубило, а про кліп вже говорили багато. Давайте все ж таки декілька уривочків. Мені цікаво подивитися на це, на цей витвір сучасного мистецтва. Да. Не зрівається. Тебе хватило побед, щоб не лезть на рожон. І вас коментуємо, те, що бачимо. Что у нас происходит на экране? Нас слышно? Света йде по рельсам, по яким, до речі, видно, що не їздять поїзда, бо там росте трава. Ні, вони їздять рядышком, з правої сторони. Ось поїзд. А ти вже наречена, яка трошки тило. Вона, знаєш, вона как-то плохо несла в какой-то момент. Вона поняла, що їй нужно збігати. Біжать, сломя голову, скриває себе платье, обрізає на себе волоси. Ми це побачимо? А это было в начале. Боже, вот сонишь ты, да, Свет. Я иду на каблуках, Ты его запыняешь? Я его останавливаю, но плюс ко всему я сверху на нем еду. Это была огромная скорость, и было жутко страшно. Но Алан водой включила, ну это так красиво, надо оставить, Света, держись. Ты молодец, ты экстремал. Боже, я запретаю всю ту позицию, ты ее спевала на фестивале «Песни моря». Я же тогда стоял за кулисами, я просто с лаштунками, я же ведущий был тогда, ты не помнишь, ты не вбивала меня водой просто. Извините, я же стоял, сказал Маше, Маша, ты послушай, какая песня. Я закоханный в всю песню. Уже, Маша, и вот я чую снова эту песню, и ты, это доля, черт собирай. Панове, в эфире нового канала шоу, у нас Света Лобода. Притулы дергают, мне здається, означает, что Светлана не залишила байдужим Притулу. Ну, иди себе приведи до ладони.